Да все равно темно. Это вот ночная съемка. По-моему, ночная. И все равно темно. Короче, луна ушла с облаков. Была такая красота. Я тебе сейчас покажу. Она ушла. Ты что-то хочешь посмотреть? Ну иди. Кошка тоже решила посмотреть. Там красота такая. Кошка. Ты это я тут иду. Там такая луна в облаках была очень красивая, киса. Невозможно было смотреть. Я не могла домой уйти, пока мне телефон не сел. А сейчас вот облака ушли. Я же с луны ушла. Ты не выпрыгнул мне, главное. Ты куда наклоняешься, дурачок? Куда ты, дурачок, лезешь? Да, киса, что там? Что-то вкусное? Там вкусного нет, Да ты же моя кошка. Все, там слишком холодно. Киси не очень понравилось. Ну, в общем... Вот облака, вот луна. Ну, на фотоаппарат почему-то он затемняет. Ну, вот он у меня стал затемнять. Чуть-чуть темнота, короче. Не знаю, что там получится. Кошка. У нас зато кот хорошо получается. Кот, ты получаешься лучше всех. Ты лучше всех получаешься. Эй, кошка. Кис. Что там такое? Там вкусные птички на улице. Вот такое возбуждение. Как я прихожу, он начинает бегать, носиться. Так, все, понесся. Ладно. Кошка очень обрадовалась, что я домой пришла. Вот если я приближу луну. Ай, поехали смотреть луну. 60-кратный зум. Ну вот, кстати, приближается. Получается, вот луна. А, вот это максимально. А, рука дрожит, не могу. Вот. По крайней мере, так она в облаках.